Ивановские госавтоинспекторы приступили к завершающему этапу оперативно-профилактической операции «Автобус». Проверку водителей маршрутных такси проводили на 38-м маршруте. Инспекторы в гражданском садились в автобус и, проезжая до конечной остановки, фиксировали все нарушения водителей. Основные нарушения, которые были сегодня допущены водителями, это ремень безопасности, маневрирование, то есть неправильное перестроение из ряда в ряд. И кроме того, некоторые водители допустили проезд на запрещающих на светофоры перекрестков и высадку пассажиров допустили на пешеходном переходе. Перестраивайтесь из ряда в ряд, будьте любезны, показывайте, показать поворотом. И всегда это тоже делайте. Непристегнутые ремни безопасности – это головная боль как госавтоинспекторов, так и водителей общественного транспорта. Пассажиры пренебрегают собственной безопасностью, а водители отвечают за пассажиров и расплачиваются за их несознательность из собственного кошелька. Штраф за непристегнутый ремень – 500 рублей. В основном не пристегиваются люди пожилого возраста и по комплекции, которые полноватые, высокие, потому что им неудобно. А когда вдвоем сидят, они мешают друг другу. Молодежь-то она сразу хоп и пристегнулась, а пожилые в руках держат ремень, в основном в руках держат ремень. Водители этой ситуации категорически недовольны. Говорят, было бы правильно, если бы пассажиры сами оплачивали этот штраф. Но говорить об этом открыто зачастую отказываются. Возможно, потому что сами частенько забывают соблюдать правила дорожного движения. Можете это мне на камеру? Не буду я вам ничего на камеру говорить. Мне очень приятно было с вами пообщаться. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.